году, как сообщили в Минсельхозе, урожайность практически по всем сельскохозяйственным культурам высокая. Рады ли этому событию фермеры? Ожидают ли они пополнения своих кошельков или, напротив, боятся, что из-за переизбытка цены на выращенную продукцию поползут вниз? О текущем положении дел и прогнозах нам сегодня расскажет Евгений Рязанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы являетесь экспертом в сфере развития сектора производства и переработки плодоовощной продукции в Кыргызстане с опытом работы более 20 лет. Да? Как вы в целом оцениваете в этом году качество полученного урожая? Урожайность в этом году высокая. Безусловно, высокой урожайности рад любой фермер. Но высокая урожайность не всегда, может быть, означает высокий урожай. Угу. И причина тому, что в Кыргызстане сельскохозяйственное производство сосредоточено в руках мелкотоварных фермеров. Это те фермеры, которые имеют небольшие наделы земли, и зачастую на этих небольших наделах земли они выращивают разные культуры, несколько подчас культур. Переизбыток какой сельхозпродукции наблюдаете? Что именно будет в дефиците, например, да? Если мы будем говорить о картофеле, к примеру, то примерно последние 10-12 лет производство картофеля у нас на одном уровне в стране. И этот уровень, который достиг своего максимума, и этот максимум соответствует внутренним потребностям страны. То есть фермеры из года в год выращивают ровно столько, сколько необходимо для внутреннего потребления в стране. Если вдруг в это внутреннее потребление вмешивается какой-то фактор, к примеру, начинают закупать картофель из-за Кыргызстана,
предположим, может быть, в этом году Узбекистан решит купить картофель, то, безусловно, это сильно отразится сразу на цене. То есть цена может подняться. Но в этом году Узбекистан отказался как раз-таки не покупать, да? Да, да. Значит, стоимость картофеля... Мы можем ожидать, что стоимость картофеля будет на одном и том же уровне. С начала 90-х годов по сегодняшний день цена на картофель, она менялась в сторону увеличения, но после 2014 года наблюдается некое падение этой цены. По разным причинам. И первая причина, что упала покупательская способность населения, и люди на самом деле стали меньше потреблять картофеля. Но вот, наверное, то, что характерно, если в начале 90-х годов перепад цен между весенним и осенним периодами был незначительным, то последние годы он очень силен. И, ну, скажем так, что зубья этой пилы в последние годы они становятся все больше и больше. Что это означает? Это означает то, что для потребителя точно так же приходится, скажем, ловить момент с покупкой сельхозпродукции. В какой-то момент сельхозпродукция, она низкая, потому что происходит валовый сбор. И если потом сельхозпроизводители не могут продать эту продукцию, она может остаться низкой. Но если в силу каких-то причин появляется покупатель на нашем рынке, то спрос на эту продукцию автоматически вызывает повышение цены. Многие сейчас делают заготовки на зиму, да, и им сейчас, допустим, да, какую-то продукцию покупать и уже готовиться, потому что зимой, возможно, стоимость, да, повысится. Безусловно. Если что? Говорить о традиционных заготовках, которые делают наши люди, если мы говорим о маринованных помидорах, огурцах, каких-то салатах, я бы даже сказал, что, наверное, люди уже упустили время. Это надо было делать в сентябре месяце, потому что цены в сентябре на помидоры, огурцы, капусту, лук, они, как правило, самые низкие. И в октябре начинают эти цены подниматься. То есть, если люди хотят по-прежнему сделать заготовки, они должны поторопиться. Зимой дефицит какой-то сельхозпродукции ожидается? Я бы, наверное, сказал, что, наверное, у нас дефицита на сегодняшний день нету, потому что у нас очень хорошо развита торговля, и как только появляется какой-то дефицит, есть... Импорт, да, у нас? Да. Есть торговые компании, которые ввозят сразу эту дефицитную продукцию, потому что она очень востребована, на нее, как правило, высокая цена. Да, но при этом это же бьет по карману потребителей. Безусловно. Хочется узнать, да, что дорого будет в этом году? Возможно, то, что в этом году многие фермеры, к сожалению, ну, не смогут продать чеснок по той цене, по которой они ожидали. И эта цена, возможно, будет ниже прошлогодней цены. Будет сложно производителям чеснока и картофеля? Производителям, например, картофеля сложно не по той простой причине, что перепроизводство, а та причина, что картофель, к сожалению, не того качества, которое востребован на рынке. И причина этого качества заключается в том, что у фермеров нету качественных семян, неправильная агротехнология. И, естественно, такой картофель никто покупать не хочет. Смотрите, а работают ли электронные площадки, да, у нас вот в Кыргызстане? Как вообще на этих площадках выстраиваются отношения между покупателями и поставщиками? Насколько они эффективны? Есть электронные площадки. И если говорить об отслеживании, например, вот этих сделок купли-продажи, то, ну, порядка 5, может быть, 7% из общего количества объявлений они происходят. Вот. То есть 5-7%. Но я хотел бы обратить внимание на то, что покупка через электронную площадку сельскохозяйственную, она, или трудности покупки, они связаны прежде всего с недоверием. Для того, чтобы сделка произошла между сторонами, очень важны некие гарантии. И, например, гарантами могут выступать кредитные институты. То есть банки коммерческие, они могут предлагать банковские гарантии покупателю в том, что у продавца сельхозтовара товар соответствует качеству, которое хочет получить покупатель. Но при этом покупатель должен будет банку, опять же, платить определенные комиссионные за подтверждение. Но вот такие финансовые гарантии, они наиболее действенные. Поэтому этот механизм у нас в стране не да. работает. К сожалению, да. Значит, у нас и система предзаказов тоже не работает? Нет.
не работают. Хотя эта система позволила бы, да, действительно обезопасить того же сельхозпроизводителя, да, от возможных убытков, потому что он бы получал заказ на год вперед и поставлял бы свою продукцию заказчику, да, уже по, на основе конкретного договора, документа. Важно, чтобы у этого договора были основания, к примеру. То есть одним из таких оснований является, что вот эти все фермеры, которые будут выращивать 400 тонн огурцов, они должны использовать семена одного сорта. Угу. Потому что если будут выращены совершенно разные сорта, которые позже будут сложены в банку в виде маринованных огурцов, вкус этих огурцов в банке будет различаться. Да. Этого не должно быть. Именно вот тот механизм, о котором я ранее сказала, да, он лежит в основе торговли товарно-сырьевой биржи. Да. Вы же знаете, да? Да. О создании вот этой биржи в Кыргызстане говорят уже с момента вступления в Евразийский экономический союз. Но проект до сих пор не заработал. Как вы думаете, Евгений Иванович, если эта площадка все-таки заработает, фермерам легче станет в том плане, что они будут планировать заранее свою работу за год вперед, да, получать предоплату за свою работу. Может быть, они не будут нуждаться в кредитах, финансовых, да, каких-то ресурсах. В среднем наши мелкотоварные производители производят от 3 до 5 тонн. И следующий вопрос, а будет ли это картофель одного сорта? То есть вы хотите сказать, что товарно-сырьевая биржа, она в полной мере не заработает, пока у нас сохраняются мелкие фермерские хозяйства. То есть пока они не начнут укрупняться, эффекта от биржи не будет. Я хочу сказать, что наличие электронной товарно-сырьевой биржи, безусловно, улучшит ситуацию с планированием фермеров, но этого недостаточно для того, чтобы биржа функционировала полноценно. По той причине, что если мы даже говорим, для того, чтобы сократить транспортные расходы, нам необходима будет покупка вала, хотя бы одного грузовика. И вот этот один грузовик мы, к сожалению, не всегда можем купить в одних руках. Вот последний вопрос, возможно, он будет не по вашему профилю, да, но тем не менее, из года в год у нас растет поголовье скота. Так. Но почему-то цены на мясо, да, не меняются. Повышение уровня жизни, оно меняет рацион питания людей. То есть люди, которые живут лучше, они больше начали потреблять мясо. Да. И при всем том, что у нас нету экспорта мяса, у нас из года в год все равно потребление мяса немного возрастает. Это спрос соответствует внутреннему производству мясу. Я бы так ответил на этот вопрос. Все, спасибо вам, Евгений Иванович, за содержательную беседу. Удачи вам. До свидания. Спасибо большое. До свидания. При любом раскладе, если даже заработает товарно-сырьевая биржа и перед сельхозпроизводителями откроются новые горизонты для развития, потребуются большие партии продукции, причем одного сорта. Поэтому пока фермеры продолжают существовать обособленно друг от друга, что, собственно, сейчас и происходит, успеха в наращивании экспортного потенциала страны аграрному бизнесу не видать. На этом у меня все. До свидания.